Продолжаем вязание. Снимаем метку, провязываем первый столбик, снова отмечаем. Второй столбик, третий, четвертый мы захватили, пятый провязали 3 вместе. Раз, два, три, четвертый захватываем, ниточку проводим, пятый вместе. Повторяем. Раз, два, три, четвертый захватили, пятый, 3 вместе. И снова повторяем. Раз, два, три. Четвертый захватили, пятый провязали. Все, мы с вами провязали голову нашей мышки. Берем наполнитель и наполняем голову нашей мышки наполнителем. Наполнили, и теперь провязываем по 2 ряда. Вот сжали 1 и 2, вот 2 этих, эту сторону, эту мы провязываем вместе. Снова вводим крючок, захватили одну сторону, захватили вторую сторону и провязали 2 петли вместе. Последние наши провязываем 2 вместе. Все, голову нашего мышонка, мышки нашей мы связали. Сейчас мы с вами будем вязать сразу лапку. Наверное, я сюда добавлю еще один. Перейду чуть-чуть, чтобы она была более смотрелась интересно. Сразу мы с вами начнем вязать наши лапки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Набираем 10 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Для себя мы ее отмечаем. Набираем еще раз, два, три, четыре. И теперь смотрите, провязываем первый, второй, третий и четвертый. Это мы с вами сделали один пальчик. Снова набираем цепочку из 4 петель. Раз, два, три, четыре. И снова провязываем наши пальчики. Нашу раз, два, три, а четвертый у нас получается 10-й, вот этот, который мы с вами вязали, мы сюда снова привязываем. То есть у нас будет здесь получаться как бы ладошка нашей мышки. Прикрепились. И снова раз, два, три, четыре. Три столбика мы провязываем, в четвертый прикрепляемся. Раз, два,
3, и снова вот сюда вот мы прикрепляемся, 4, и опять 1, 2, 3, 4, и снова провязываем в обратную сторону 3 столбика, 1, 2, 3, а в четвертый вот сюда вот мы с вами провязываем. Там мы прикрепляли, здесь мы провязываем. И продолжаем вязать до начала нашего ряда. Вот до головы, до нашей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и последний наш 9. И теперь мы провязываем столбики в столбики вот этот наш ряд. И снова набираем цепочку из 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это будет наша вот эта лапка. Следующее мы набираем 4. 1, 2, 3, 4. Провязываем 3 столбика в обратную сторону. 1, 2, 3. Снова набираем. Это мы с вами связали один пальчик. Набираем снова. 1, 2, 3, 4. Провязываем снова 3. 1, 2, 3. И вот откуда мы с вами начинали, вот сюда прикрепляемся. И снова 1, 2, 3, 4. 3 провязываем. 1, 2, 3, в четвертый мы с вами прикрепляемся. И последнюю. 1, 2, 3, 4. Один, два, три. И в начале, в самом, как мы с вами делали, мы здесь с вами провяжем в нашу ряд. И снова провязываем оставшиеся 9 столбиков. Столбиками без накида в цепочку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, последний 9, и продолжаем вязать вот эти наши 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и последний наш 8.
Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и продолжаем в первый столбик, откуда мы с вами делали воздушную петлю, провязываем столбик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбик и последний наш, снова 8. Снова воздушная петля, разворачиваем и снова провязываем 8 столбиков. Так мы вяжем длину вот нашей мыши. Сейчас я вам скажу. Этот у нас получается, видите, первый ряд. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Я так буду провязывать 21 ряд. То есть, ну, туда-обратно я имею в виду. Так получается 42. Если в одну сторону и вторую считать, то получается 42. То есть, вот это расстояние. Ну, вы будете смотреть. Может, вам на более длинную книжку нужно. Значит, будете провязывать больше. То есть, я провяжу вот это расстояние. А затем мы снова с вами свяжем наши лапки.